я добавил всю линейку японских машин в каршпаркинг, и вот что из этого получилось. Погнали же купим первую япошку. Это у нас Альтеза. Легендарнейший автомобиль. Офигеть, просто сходу покупаем. Она прям настолько детализирована, настолько качественная. От нее даже веет таким каким-то дрифтовым японским вайбом. Сколько же лет мы ждали все эти японские машины в каршпаркинге, да? Но разработчики их все никак не добавляли. Меня очень многие подписчики просили их добавить, и собственно поэтому вы видите это видео. Вы просто гляньте на эти болтики. Тут каждый болтик прорисован на машине. Серьезно, прям каждый. Да, в этот раз все тачки максимально качественные, а все благодаря вашей поддержке и вашим лайкам. Переходим к следующей машине. Это у нас Nissan 370Z. Где же он тут находится у нас? Вот он. Нифига себе, он широкий. Прям как мой... так, все, покупаем. Официально это лучшая тачка в моей версии. Просто гляньте на вот этот вот карбон. Сразу же заходим в игру. Как же я балдею от этого карбона. Это просто что-то с чем-то. А еще вот эти вот фары. Ой-ой-ой. Они даже лучше, чем в оригинальных машинах каршпаркинга. Она настолько детализирована, что тут тоже есть вот такие вот всякие болтики. Маленькие. И вот такие вот задние фары. В любом моменте этого видео я покажу, как добавить свою машину. Так же, как я добавил эти япошки, вы сможете добавить абсолютно любую машину, какую захотите. Это пару секунд делается. Смотрите ролик до конца и кайфуйте от добавленных вами машин. А теперь давайте вспомним, для чего эта машина. На полных ходах залетаем в повороте. Давай угол держим. Нифига себе, оно раздает. Просто плавненько, приспокойно, на спокойном. Давай еще один поворотик, давай. Ой, как она хорошо идет. Да, я крутой. Переходим к следующей машине. Это у нас 380 SX. Вот такая вот имбулька. Ой-ой-ой, сразу же покупаем. Перекрашу его в оранжевый, и вот мы уже в игре. Приготовьтесь это видеть. Раз, два, три. Офигеть. Просто гляньте на эти фары. Это что-то с чем-то, пацаны. Она прям мне какое-то Токио напоминает, знаете ли. Прям классно сделано. Она тоже максимально детализирована. Вы только гляньте на вот этот вот карбон. Тачка чисто ван лав, сделанная с душой. Больше всего мне зашел вот этот вот синий выхлоп. И вот эти вот по бокам штучки. Ну а фары, конечно же, больше всего. А видят ли ее другие игроки? Давайте проверим. По традиции скинул своему подписчику эту версию с японскими машинами. И вот он уже заходит на сервер. Да, мы реально видим эту тачку. Все прекрасно работает. Также работает и с другими машинами. Дрифт хочет показать, как в предыдущем ролике. Ну давай. Тун-тун-тун-ту-ду-ду. Плавно идет. Ой-ой-ой, прям вокруг меня такой выпендрож немножечко. Капец, он валит просто, пацаны. Профессионально выводит машину в поворотике. Ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Полицейский разворот, нафиг. Давай-давай, жестко. Сейчас переходики жесткие начнутся, смотрите. Раз, два, три. Опа, классно. На парковочке, смотрите, как мастерски выводит. Ой-ой-ой-ой. Немножечко арабского такого дрифта, да? Кстати, если вы тоже хотите со мной ролик записывать, то можете подписаться. Я с подписчиками часто записываю, в принципе. Это была просто мощь. Спасибо тебе огромное. Как вы знаете, начинал я это все дело с чайзера. И он тут тоже есть. И мы можем его вот так вот купить. Мелочь, а приятно. А еще тут есть все-все-все вазы, которые были в прошлом видео. Кстати, насчет вазов. Если тут наберется 3000 лайков, выйдет вторая часть. Перед тем, как показать, как добавлять свои машины, я вам покажу еще одну прикольную вещь. Как вы знаете, я когда-то делал такую версию, но с топ-винилами. И как вы могли заметить, эта версия перекочевала сюда. И тут у нас есть тоже вот такие вот всякие топ-винильчики. Мы можем делать их в один клик. И вот такой вот, пацаны, винильчик у меня получилось сделать за пару секунд. А теперь расскажу, как же добавить свою машину. Все очень просто. Убедитесь, что вы посмотрели видео без примотки. И напишите мне в комментариях название машин, которые вы хотели бы видеть в этой версии. Я их все добавлю в следующих частях. А кстати, ради турков я бонусом добавлю Тофос, о котором они так просили. Я с вами не прощаюсь. Всем пока.